А сейчас, кто не подписан на канал Принцессы, подписались быстро и будет счастье! Ссылка в описании под видео. Это напугало меня. От него ничего не осталось. Просто голова и кости. Органы выходят из искорёженного тела. Меня перевели в ночную смену. Я так сильно никогда не скучал по детям. Я смотрел, как погиб мой коллега. И он начал двигаться, клянусь. Он был жив. Он был жив. В ловушке там. Значит, я получу свое. Великая идея. Если я помещу этих детей в аниматроников, я смогу заставить их остаться со мной. Навсегда. Я говорю, что глубоко сожалею об этом каждую секунду. Когда все закончилось, честно, правда, я не мог спать ночами, я не мог смотреть на себя в зеркало. Я сделал все, что мог, чтобы все исправить, но не нашел пути. Я не смог это исправить. Хотя мне кажется, я заслуживаю смерти. Мне кажется, что я застрял здесь не просто так. Я не просто люблю Талию, потому что она дочь, которой у меня никогда не было, но потому что я чувствую, что она нуждается во мне. Возможно, я делаю все неправильно, но я хочу дать ей и детям нормальную семью. Мертвые дети еще живы, ты знаешь? Здесь? Да. Но только я могу их видеть. Я верю, что ты все можешь исправить, чувак. Правда, реально. Давай, отвезем тебя домой. Хорошо, чувак. Увидимся завтра. Помнишь, ты должен рассказать Далее правду. Да. Я знаю. Сладких снов. На следующее утро. Какие хорошие блинчики, Спринтрап. Спасибо. Я сделал их с любовью. И тут я подумал, забавную вещь мы могли бы сделать. Это пригласить Гарри сегодня. Но ты сказал, что он плохой ребенок. И что, я должна держаться от него подальше? Да, я действительно так сказал. Но... Видишь ли, я был внизу прошлой ночью. Так что я как бы взломал его дом. Ты что? И мы поговорили. И он предложил мне помощь. Так что теперь мы друзья. Вау! Хорошо! Думаю, мы позвоним ему. Привет! Привет, Далее! Спринтрап сделал это? Он рассказал тебе? Да, он сказал. Ты имеешь в виду, что он на самом деле рассказал тебе? Что он? Спринтрап! Какого черта? Не то, чтобы я сказал ей, но мы теперь друзья.
Спринтрап, что он хотел сказать? Лучше тебе рассказать ей раньше, чем позже, чувак. Да, я знаю. Спринтрап, что ты скрываешь от меня? Спринтрап, отдай телефон обратно, Далс. Я ей скоро расскажу, хорошо? Я обещаю. Вот. Сожалею об этом. Не хочешь зайти? Вообще-то, я надеюсь, что мы могли бы подольше поиграть в Хейло вместе. Хочешь прийти? Конечно. Отлично. Скоро увидимся. Да, кстати, приведи Спринтрапа. Эй, они здесь. Кто? Твои хэппи-друзья? Нет, тупица. Привет. Заходите. Ты используй эту кнопку, чтобы стрелять, а эту кнопку, чтобы прыгать. Видишь? Я не понимаю все эти кнопки. Почему это не может быть так просто, как в 80-х? Хе-хе. Ты разберешься с этим. Эй, Мэтт, можешь принести нам закусок? Я не твой раб, слабак. Что ты будешь делать? Если я не захочу. Я уверен, ты сможешь догадаться. Хорошо, вау, боже, хорошо. Я пойду принесу что-нибудь перекусить. Ты жуткий убийца, фрик. Убийца? Это странное слово. Спринтрап, нет. Убийца? Это исключено. Я не знаю, откуда он пришел. На самом деле. И многого о его прошлом. Мэтт и Гарри могут знать что-то, чего я не знаю. Он может быть убийцей детей? Спасибо, что ты был так плох в этой игре. Я выигрываю далее. Вообще-то... Я надираю тебе задницу в этой игре, чувак. Позволь жить моей бредовой фантазии, малыш. Да нет, не может быть. В конце концов, он печет печенье и блинчики и укладывает спать. Будет ли жуткий злой чувак, убийца, детей, когда-нибудь делать это? Да, я так не думаю. Давай, давай. Почти. Да. Нет. Ха. Если бы это был Понг, ты был бы мертв, парень. Кто-то злится? Не расстраивайся, старик. Ты не был слишком ужасен для новичка. Но видеоигры никогда не были моей сильной стороной. Да. Его сильная сторона — прятки. Можно подумать, что гигантского металлического аниматроника будет легче найти. И он также очень хорошо подкрадывается. Тебе так страшно, круто. О, да? Да, мы можем поиграть. Так что ты можешь увидеть сам, если ты хочешь. Во что теперь играть будете? Прятки. Почему ты спрашиваешь? Ха-ха! Хорошо! Ребята, вы такие пятилетние! Я думаю, это классная идея. Но лучше бы ты заткнулся. Ха! Ты воспринимаешь все слишком серьезно, Гаррисон. Сначала я поищу,
Ну уже, вы двое, прячьтесь. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы можем спрятаться в моем подвале. Здесь много хороших укрытий. Готовы или нет, но я иду искать. Как думаешь, сколько времени ему понадобится, чтобы найти нас? Несколько минут. Ррр, здесь холодно. У меня есть это одеяло, но оно довольно мерзкое. Да, держи эту штуку подальше от меня. Блин, нам, возможно, придется сблизиться ради тепла или чего-то еще, знаешь. Потому что здесь так холодно. Но как бы, если ты хочешь. Я не против, если ты не против. Думаю, я обниму тебя вот так рукой. Хорошо. Между тем. Бежим! Черт возьми, хорошо. О, я собираюсь поймать тебя. Если он пробудет там какое-то время, возможно, мы сможем спрятаться. Вместе, в моей комнате. Хорошо. Гарри, он вышел. Ладно, что ж, ничего страшного. Быстрее прячься на кухне. Дерьмо! Ха! Я слышал это. Я иду, чтобы забрать тебя. О! Привет! Эй! Делайла! Тебе лучше бежать. Увидимся, Далс, удачи. Гарри! Гарри, перестань бежать быстрее меня. Нет, Делайла,
Пожалуйста, не плачь! Ха-ха-ха! Это было так весело! О, слава богу! Я испугался на секунду. Мы можем сыграть еще раунд? Конечно! Несколько часов спустя. Пока, Гарри! Увидимся завтра! Ну, это было приключение, да? Мне было очень весело сегодня, Спринтрап. У тебя был длинный день. Почему бы тебе не лечь в постель, пока я делаю печенье? Это повод уложить меня в постель? Естественно. Так мы идем? Все удобно. Спринтрап, я очень рада, что ты мой лучший друг. Ой, Далс, ты слишком милая. Спокойной ночи. Тем временем на другом конце города. Эй, Ник, с тобой все в порядке? Ты действительно такой отвлекшийся сегодня. О, думаю, я просто немного беспокоюсь о Дали. У нее есть новый друг. И я думаю, он плохо на нее влияет. Но я боюсь вмешаться, потому что это самое счастливое, что у нее было с тех пор, как ее мама ушла. Я не хочу, чтобы она злилась на меня снова и снова. Мы не так близки, как были, когда она была меньше. Знаешь, и... О, лучше возьму, подожди. Ладно, чувак. О, привет, мисс Хёрст. Как поживает Гарри? Я надеюсь... Подождите, что? Он что? Боже мой, я не могу поверить, что я не понял, кем он был. Что мне теперь делать? Он дома с ней? Я? Хорошо. Уберите от него Далию. Я сделаю это. Да. До свидания. Оставайтесь в безопасности. Ник, что происходит? Можешь ли ты справиться с магазином в одиночку до конца ночи? Прости, ты не можешь просто так. Забудь, что у Далии серьезные проблемы. Мне нужно вернуться домой. Yeah.